Всем привет, дорогие друзья! С вами Вил Новый. В этом видео расскажу вам о том, что у меня следили плагины с микрофона, о том, что происходит на этой неделе, чем можно заняться и что нас всех ждет. Но перед этим сходу, как всегда, тымовички! Тымовички! Это когда ты на пушку леса вышел, а там тебе дятел стучит по дереве, перепел, летит и гусница такая максимально ползет и ты все это видишь это невероятное ощущение поэтому схода обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Итак, ребяточки, что нас ждет? Неделя, конечно же, не густая, скажем так, да, поэтому нас ждут стычки на арене, непосредственно за них на 50% больше чести. Очень классно для того, чтобы купить, возможно, новые тринкеты, которые добавили, а кто не знал, нам добавили некоторые PvP вещи, они находятся, если что, очевидно, в старом городе и, очевидно, там, где и продаются всякие предметы за честь в Агримаре. Очень сложная информация, но, думаю, все поняли, да, где это находится. В целом, наверняка у стражника тоже можно об этом более точно спросить, ребяточки. И самое, что интересное, как бы будет, естественно, задание, которое даст вам тоже дополнительно честь. А что-то, не знаю, очки завоевания даст или нет. Путеводители по приключениям, как всегда, вот здесь по центру оно будет, естественно, по-прежнему ребяточки, у нас идет тыква, виночка, вичок. И, соответственно, по моему гайду вы можете поделать ачивки, там на фарме всякие игрушки, питомцы, продолжаем фармить маунта. А это нормально, да, нормально. За разнообразное количество тинков это приятное ощущение. Что-то, короче, происходит. Маскарады, мир поменялся, прикольно, везде тыквы, балдежка. Да и только, ребяточки, Значит, а что еще у нас, ребятушки, присутствие? Присутствует бонус на 100% репутацию. Напоминаю, по моему гайду, который вы можете посмотреть, если Естественно, где-то на моем канале недалеко он вышел, тут на этой неделе, ну, ну как на этой, да, в ближайшие 7 дней он точно вышел. Это непосредственно голдфарм на репутации, то есть э, заработали репутацию, получили сундуки идеала, более 1000 репутаций, с них там 4-5 тысяч золота и балдежка максимальная, поэтому продолжаем фармить на репутации по-прежнему, да. Естественно. Значит, а, что еще интересного у нас, ребятчики, происходит? Интересное у нас это ключики, да? Они по-прежнему живы, кто не знал, да, я тоже думал, что их выключат, а их не выключили, да? А не знаю, выключают обычно или нет, но, в общем-то, выключили, да, ключики, и, соответственно, включили, точнее. У нас тираник, усиливающий и взрывоопасный, по-прежнему почему-то пробудившийся, хотя сезон закончился. Тираник, понятное дело, боссы сложные, оставляйте на них героизм и делайте все как надо, иначе вас прихлопанет, Хотя сейчас даже как-то и легче, все стало в разы усиливающе. Это нельзя много мобов собирать, убивать, потому что они будут друг друга бафать после смерти. И взрывоопасный, когда собрали мобов, опять же такие появляются сверки, которые надо дамажить, чтобы они вас жестко не взорвали. Да, надо их мгновенно стараться убить. То есть, по сути, идет сейчас на припатче банальное такое глобальное. ПТР-тестирование всего, чего только может быть, да, то есть Близзарды смотрят, что-то мы там им пишем, еще что-то, новые способности, новые таланты, новые механики какие-то за всех персонажей, что-то там добавили, что-то появилось, да, и вот такие вот, как бы, дели или нелишки, да, так что играем и, в общем-то, по идее получаем наслаждение. Почему бы, собственно, и нет? По сути, ничего сильно не поменялось. Ну да, ну кроме того момента, что уже давно пора Shadowlands через неделю играть, да, да, вот он что-то не выходит, говорят. Оказывается, пока непонятно, когда он выйдет, но когда выйдет, я обязательно вам это дело санонсирую, безусловно, да. Поэтому ждите, когда все это дело произойдет. Значит, по-прежнему. По-прежнему. Напоминаю, что нас ждет, какие у нас планы на следующий видос и так далее. Да? Мистер щекоту меня просто сегодня с самого утра уничтожает. Поэтому я, как бы мистер, мистер по часу носа, ничего не могу поделать. Аллергия какая-то, резкая меня бал балдежная, уничтожает. Значит, что? А, что а, нас ждет, ребятчики а, Ждет нас. Куча видосов моих на тему разнообразного голдфарма, куча видосов подготовительного характера перед Shadowlands, куча видосов, возможно, на ту же прокачку, кто-то там заикнулся, что вольный гавани, опять же, все с 10 уровня качаются, и им Типа, как нормально Не знаю, честно говоря Потому что мне было, например, сложно Наверное, какие-то очень сильные профессиональные игроки Либо другими классами как-то качаются Ну, не знаю, короче, сложно Может, для танка было бы не сложно А вот для ДД, что-то мне было сложно И долго как-то мобы выложились Но говорят, что на 2-3 минуты просто дольше Идет забег, а, соответственно, там Ну, как бы, вы поняли То есть, причем за 4 часа В итоге докачиваешь персонажа До максимального левела с 10 по 50 интересно будет посмотреть, еще что-то там, смотрите мои видосики, опять же как я и говорил, про трансмоги, про маунтов которые можно пофармить, чем заняться непосредственно на препатче а заняться можно коллекционированием какими-то голдфармами, какими-то э, достижениями которые вы сделали, поэтому по всему это будет у нас что-то выходить постоянно так что будет все классно по-прежнему на стриме у меня идет гонка вооружений, своего рода варфронт э, между Ордой и Альянсом и на данный момент в в моем варфронте побеждает Альянс. Потому что суть такая, кто больше задонатит, через Donation Alerts донатите, выбираете RD или Альянс, и кто больше задонатит, за того играю на Shadowlands. И начал я вроде адекватно, а в итоге а, мы имеем а, то, что Blizzard неизвестно когда запустит Shadowlands, и в итоге голосование уже не отменишь, и, естественно, просто оно идет вперед. Оно просто идет вперед, и вот когда второго, как бы второго, <coughs> какая-то шоя Ванга, а, в 2 часа ночи, когда Shadowlands все-таки выйдет однажды, вот там-то и закончится днатное голосование. На данный момент побеждает, я сказал, Альянс. Побеждает аж на 74 тысячи рублей. Побеждает он жестко. Залетели 120 тысяч рублей в один день закинули. Вы сами видели видос, по сути, да. И Альянс резко начал побеждать. Но, как видите, да, учитывая преимущество в 30 тысяч Орды, Альянс уже отбил сколько получается? 16? Алья... В смысле, Орда, да? Орда отбил уже 16? И поэтому я верю в Орду, что она продолжит это дело все отбивать. И я надеюсь, что мне, как говорится, Орда спасет из этих, как говорится, лап. Орда мне сдонатит, вот, чтобы можно было дальше существовать за Орду, потому что за Орду там уже все прокачаны, у всех профессии. Ну, типа, просто удобнее. По идее, буду играть в любом случае, либо за одну, либо за другую фракцию, которая победит. Но просто хотелось бы заметить важный момент, что Орда... Спаси меня, Арда, спаси меня. Это невероятное ощущение, поэтому спасибо большое, ребятушки, что смотрите, что, что поддерживаете, что участвуете в этом голосовании, что со мной тут веселитесь, а ключи или ничи, что-то делаем на стримах, вот, что можем, да, хорошо, как мне просто нравится проводить стримы, вот, больше, чем просто играть в Warcraft, да, и как бы на этом все и живем. Поэтому приходите на стримы, там точно чем-то будет, чем можно заняться, да. Ну и как всегда, ребятки, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак.